Накануне в Махачкале состоялся открытый чемпионат Дагестана по стрит-воркауту. Помимо сильнейших спортсменов из нашей республики, участниками состязаний стали атлеты из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского края. В первой дисциплине судьи оценивали выступления по трем критериям – динамика, статика и комбинация элементов. В силовом троеборье участникам требовалось совершать выход силой на две руки – подтягивания на перекладине с грузом 16 килограмм и отжимания на брусьях. По итогам состязаний в обеих номинациях лидировали дагестанцы. Курбан Гасанов признан лучшим во фристайле, а Тиграну Агамирзоеву не было равных в силовом троеборье. Чемпионы и призеры получили денежные призы от спонсоров. Также дополнительные кубки были вручены в индивидуальных номинациях. Общий призовой фонд составил 75 тысяч рублей.